Так, я тут подумал и решил, что еще не все сказано. Будем продолжать. Во-первых, на добросовестность я подписываю то, что мы на сертификации приготовили. Сегодня у нас какое сегодня число-то? 23 или 24. Ладно, дельную роль не играет, пусть будет 23.01.2000. Воскресенье, 23.24.2015 года. Так, теперь я пишу высыпавшие косточки. Абрикоса, сорт королевский. Готово. Теперь это выглядит вот так и все. Ждет весны. Весной вместе с вами откроем и посмотрим, что там творится. Но это еще не все. Что мы можем визуально установить? Вчера мы с вами более светлые косточки, я сказал, что они практически мертвы. Отложил, мы сегодня их лопнем. Не только их, но начнем с них. Вот, смотрим, что там внутри. Даже любопытно, давно это не делал. Итак, вот это вот сохшееся ядрышко. В большинстве случаев оно живо, я ничего не утверждаю. Я хочу сказать, что эти ядрышки, кстати, уже два сообщения получил, что лечит от рака. Вот. Ничего не утверждаю, сейчас не проверял. Ладно, всплыла косточка, но почему-то она с виду живая. Только сохлась, поэтому приобрела плавучесть. А вот мертвая, 100%. 1-1. Еще парочку. Мертвая, 2-1. Пользу мертвых. Вот. 3-1 в пользу мертвых. Теперь смотрим сюда, вот они. Когда я на ваших глазах сейчас сертифицировал, да? Может быть, заметили мою добросовестность. Я как это, как вот лотерейный билет, знаете, отворачиваются и достают из барабана. Я так же делал, не глядя. Вот какие-то снизу. Вверху их было штуки на три больше, они, значит, сюда попали. Вот. Но, тем не менее, ускользали из рук. Вот, смотрим сюда, из чего штучек. А, тогда было штук 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Штуки 3 сюда попало. Вот, смотрим, какие они. Вот. Настолько сохшиеся, что можно утверждать, что она мертва. Раз. Вот. Сильно сохлась. Вот. И по моим понятиям она мертва. Два. Три мертва. Жива. Вот эту 100% жива. Я утверждаю. Вот. Так что даже эта оставшая, которая в течение полусуток ночь простояли и не утонули, да, даже среди них попадаются живые. Еще одну. Два. Ну, потерпите еще две, а потом вернемся за утонувшие. Мертва. И последняя. Мертва. Так, теперь берем нырнувшие. Не ради этих, что на 1500 10 всплыло.
к утру оставшиеся не утонувшие. Не ради них все это затеяно, это мизер. А ради вот этих. Помните, говорю, соотношение тех, которые всплыли, ночью утонули, большинство абсолютно, к тем, которые точно 100% живы в тазике большом. Вот, примерно как 4 к 1. То есть 20-я часть, 20% здесь, 80% там. Смотрим сюда. Нужно ли было их отбраковывать и выбрасывать? Об этом до конца мы узнаем только весной, когда взойдут или не взойдут. Почему? Потому что это и это, но и тоже. Итак, раздавили. Что мы видим? Мы видим, ну, ночью они мокли. Сейчас сказать, жива она или была жива или нет, еще не знаю. Вот. Ну, по крайней мере, утверждать ни то я не могу. Смотрим дальше. С вами кто? Мы же с вами. Смотрите сюда. Вот она, видите? Что меня смущает? Меня смущает, что она сильно намокла. И тут к нам тогда это такое болезненное дело. Мои друзья утверждают, одни, что уже 2 дня вымачивают, другие 3 дня вымачивают. Я не вымачивал никогда вообще. Это только ради эксперимента вымачиваются. Вот этого я боюсь. Вот, смотри сюда. Вот. Ясно, что если бы я ее, ну вот, пение остатки, вот смотрите. Вот видите, в сухом виде, да? В сухом виде они находятся. Я слышу, что там ядра сухие, тут 100% можно не проверять. Ну хорошо, ладно. Кто сказал, что мне нужно верить. Давайте-ка попробуем. Вот, достаю косточку. Вот так средняя косточка выглядит. Нет, средняя, это значит, надо подобрать по крупности еще. Чтобы она была... Ага, вот. Средняя по крупности, а то скажут, что... Отсюда мелочь, это никакая не королевская. Сейчас мы его раскалываем, да? И смотрим, что там делается внутри. А внутри то, что я обещал. Совершенно живая, сухая косточка. Вот она. Видите? Не пропадать добро, я сейчас съем. Сухая. Теперь мы уже 2 достали. Они совершенно размокшие. Что же получается, что мы ее портим с помощью так называемого этого, как она, вымачивания. Подчеркиваю, никогда не вымачивал. Вот. Смотрим дальше. Вымачивал, совершенно сухая. Ох, я бьемся еще не их. Но ничего, зато рака не будет. Еще одно. Эксперимент требует. Жаль, сколько деревьев. Виду превратили. Сухая, совершенно здоровая. Вот, видите. Новое для меня открытие. Почему первые 2 были вот такие мокрые? С чем это связано? И сохнуть не могла. Вода внутрь попасть не могла. Но вот она совершенно сырая. Непонятно. Для меня это открытие. Раньше в это время эксперименты не проводил, и вам голову не морочу. Еще одна, извините, разлетелась. Еще одна, я покрупнее еще кошечки. Во. Вот, на нее. Сухая. Все, сразу закончим. То есть, если взять вот эти косточки, вот они. Эту часть так и их все высадить, ну зайти должно 80%, но на самом деле мы узнаем, еще раз говорю, вот это и вот это одно и то же, то есть сколько здесь места хватило, столько и сосредоточено. Я не могу, к сожалению, много. Помните, мы стратификацию проводили, вон там они.
Видите, тут чуть-чуть места под продукты, все остальное забито семенами, которые явно никому не нужны. Все, ребята, вот еще съем сейчас. Не пропало добро. Мы с вами проводим длительный по времени процесс сертификации, проверка. Тема была «Всплывут, не всплывут». Это очень важно, потому что безоглядно выбрасывать все всплывшее невозможно. И вот к этому самому кусочку фильма я прикрепляю фотографию, сделанную много лет назад, когда я только набирался ума, вот, но хватило ума взять, написать 25 января. Там, на этой фотографии, увидите, на переднем плане проснувшиеся абрикосы, которые были положены в сертификацию осенью. В январе они были готовы к высадке. Какая высадка в январе? Вот, сейчас вот январь. Да, и по времени там 25, сегодня настроили 23 января. А там уже были готовы к высадке, а на улице, помните, я вчера показывал это, сутками раньше, там, таблицу с экрана, с компьютера, на, что у нас 30 градусов мороза или сколько там примерно. Вот такие сдвиги. И на дальнем плане там, на этой же фотографии, баночка, из баночки торчат уже настоящие саженцы сливы. Причем сливы были взяты из выбракованных. И пророщены из выбракованных плывших. Я хочу довести эксперимент до ума. Здесь в холодильнике, вспоминайте, ох, долго искать, там дали в углу, вот, лежат на сохранении, как сказать, отбракованные семена, которые всплыли, которые надо выбросить весной. Я жду, когда они, то есть половина времени прошло, теперь я жду, когда они зайдут до ума, то есть все-таки проснутся. Я хочу доказать, что вот эти, половина тут уже, что эти тоже проснутся.